Казанский университет посетили потомки известного российского офтальмолога. Зовут его Эмилиан Адамюк. Музей истории старейшего вуза России предоставил возможность гостям не только послушать увлекательную экскурсию о становлении университета, но и открыл интересные подробности из жизни выдающегося ученого, о которых присутствующие вовсе не знали. Для меня большая честь вернуться в то самое место, где работал мой знаменитый предок. Здесь я убедился, что его труд очень велик, а качество научной работы обеспечивает за ним одно из самых выдающихся мест в русской медицине. Один из особо интересующих вопросов были связаны с профессиональной деятельностью Эмилиана Адамюка. Например, многих удивило, что известный офтальмолог при жизни смог помочь Владимиру Ленину, после чего в народе всех специалистов-офтальмологов шуточно называли Адамюками. Для моей мамы стало приятной неожиданностью, что когда-то всех врачей-офтальмологов называли Адамюками. Постепенно имя нашего предка стало известно на всю страну. К сожалению, моя мама не смогла посетить КФУ, но мне точно найдется, что ей рассказать. Музей истории КФУ, в котором и проходил экскурсии, хранит в себе еще очень много тайн и загадок. Гости в этом убедились абсолютно точно. Сколько бы вопросов они ни задавали, каждый раз открывали для себя что-то новое из судьбы выдающегося ученого. Адель Шамилова, Тимур Табаров, Универньюз.